Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1015. Бригада решила изготовить 175 изделий сверх плана. В первый день она изготовила 9/25 этого количества. То есть первый день 9/25. Во второй день 13/25. Сколько изделий изготовила бригада за эти 2 дня? Сколько изделий ей осталось изготовить? То есть всего бригада решила сделать 175 изделий от... То есть 9/25 это от 175 изделий, то есть давайте все-таки укажем это как-то в условии 9/25, так и напишем всех изделий, и 13/25 тоже всех изделий. Нужно выяснить, сколько изделий за 2 дня изготовили и сколько осталось. То есть на 2 вопроса нам нужно ответить. И первым действием давайте выясним, какую часть всех изделий изготовили за 2 дня. Для этого нужно 9/25 и 13/25 сложить. 9 плюс 13 будет 22, и знаменатель остается тот же, 25. То есть 22/25 всех изделий изготовили за 2 дня. Теперь выясним, сколько это в количествах. Это дробь 22/25 показывает, что все количество изделий 175 было разделено на 25 частей, а взяли 22 части. То есть знаменатель нам всегда показывает, на сколько частей было разделено целое. Целое в нашем случае это все количество изделий, а числитель показывает, сколько частей мы взяли. То есть 175 делим на 25 и получаем 7, и 7 умножаем на 22. 7 на 2 – 14, 4 пишем 1 в уме, 7 опять на 2 – 14, 1 в уме, 15, то есть 154. 154 изделия изготовили за 2 дня. Это на первый вопрос мы ответили, на второй вопрос отвечаем. Чтобы узнать, сколько осталось изготовить, нужно из того количества, которое собирались изготовить, вычесть то, сколько изготовили. 175 минус 154, получаем 21, то есть 21 изделие осталось изготовить. И можем записать ответ. 154 изделия изготовили. 21 изделие изготовить осталось. И выполнили задание 1015. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.